Мы ждем, что судья уже в первый же день будет ясно, какую позицию он занял. Либо он будет действительно, это будет правосудие, либо это будет определенная направленность, выбранная Генпрокуратурой. Уже сегодня будет видно. Дело в том, что они же искусственно разбили дело о теракте на несколько дел. Вот бесланских милиционеров отдельно судят, Кулаева отдельно судят. Основное дело тоже говорят отдельно почему-то. Мы ожидали, что будет расследовано, собственно, и по закону мы считаем так, расследовано будет одно дело о теракте, все будет выяснено, все будет установлено. А уже если судить надо отдельно Кулаева, отдельно кого-то другого, это уже вопрос другой. Но этого сделано не было. Старшего советника юстиции Черчесова, старшего прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации на Северном Кавказе, старшего советника юстиции Алани Абузарова. Приговор именем Российской Федерации.